В 70-х годах прошлого века в медицинском сообществе интубация рассматривалась лишь как опытный метод и не входила в число общепризнанных способов лечения дифтерии и других респираторных заболеваний до 1880 года. В настоящее время интубация широко применяется врачами как важнейшая для спасения жизни процедура. Исполнительный продюсер Бет Салливан. Ersatz, weil dieser ihm die Nase gebrochen hat. Und plötzlich will jeder jeden verklagen. Sie suchen Recht und Gerechtigkeit mit Dr. Quinn um 5 nach 2 bei Vox. Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Йорданка Илова, Петя Миладинова, Силви Стоицов, Георги Георгиев Гого, Николай Николов. Преводач Моника Константинова. Тон режисьор Димитър Кукушев. Режисьор на дубляжа Димитър Кръстев.